сразу добрый день. Точнее, даже сказать лучше, наверное, добрый вечер, уважаемые любители футбола и российского футбола в частности. Мы вас приветствуем, мы из города Ульяновск. Это первый матч первого тура. Голкипер номер первый на его спине — это Станислав Антипин. Ну что же, поехали и продолжим представлять состав гостей. Такими разрезающими передачами вновь Билал Билалов бьет. И хороший удар какой. Повторил он свой фокус, который делал пару минут назад. Ну, по крайней мере, в первом тайме тащит мяч сейчас Никита Глушков. Пробивает Глушков. Ой-ой-ой. Мне показалось, что с небольшим запозданием Семен Морозов бросился за мячом. Да и Никита Глушков 11-й, Евгений Песиков 7-й. И вот сейчас в атаке Ульяновск. Где мяч? Ворота! 1-0. Это автогол, который выводит сейчас ульяновскую команду вперед. Даже не успел я представить всех футболистов Красноярского и Енисея. Андрей Окладников только по 75 номером один единственный остался. И Артем Горлов, главный тренер команды. Помнит его, конечно, выступление, но Красноярск пока вот так вот немножко оккупировал. И бьет, и гол! 1-1. 1-1, и что, буквально 12 минут, наверное, примерно потребовалось, чтобы красноярцам отыграться. Как-то гол пришел-то абсолютно из ничего, можно сказать. Мне кажется, немножко вот расслабились защитники, может быть, эта замена сыграла свою роль, постояли немножко, получили гол. И продолжает он идти с мячом, идти вперед. И вот находит Германа Паскина на правом фланге. Есть пространство, перед ним бьет. И от игрока красноярской команды рикошетом мяч уходит за лицевую линию. Ну и все. Кирилл Силантьев дает финальный свисток. И на этом первый матч ульяновской команды спустя 15 лет завершен.